Внеочередная 17-я по счету конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоялась 17 июня в районном историко-культурном центре. На повестке дня основными вопросами были подведение итогов работы по организации и проведению предварительного голосования для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты в Государственную Думу Федерального собрания 7-го созыва, а также 6-го созыва в Московскую областную думу и в Совет депутатов Ленинского муниципального района по избирательному округу номер 17. Об итогах работы местного отделения в первом полугодии 2016 года рассказал Валерий Венцель. Один из важнейших этапов нашей работы – это партийный проект. В Ленинском районе успешно реализуется 21 проект, из них 11 федеральных, 8 региональных. И с 2013 года два наших местных проекта – это «Крепкая семья» и «Поколение будущей России». Также на повестке дня был рассмотрен вопрос о выборах делегатов на внеочередную конференцию Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Региональная конференция состоится 7 июля, и основным вопросом там будет утверждение кандидатов, победителей праймериз, которые мы будем выдвигать в Московскую областную думу и которые будут участвовать в выборах 18 сентября 2016 года. Число сторонников «Единой России» увеличивается. Тому подтверждение – вручение партийных билетов новым членам партии.